Сразу две законодательные инициативы готовятся внести на заседание законодательного собрания округа представителей Ямальского избиркома. Голосование тех жителей, кто находится под домашним арестом, и голосование маломобильных граждан. Все это необходимо для приведения в соответствие регионального с федеральным законодательством. Последние выборы показали, что на данный момент на территории округа людей под домашним арестом не более 15 человек. А вот и тех, кто нуждается в приезде комиссии на дом по медицинским показаниям и заявили о своем желании проголосовать, было порядка 150. Мобильный избиратель вводим в наш закон. Это в феврале месяце. И даем право, закрепляем право участвовать в выборах лицам, которые находятся под домашним арестом. Вот которые две большие нормы, которые нам надо привести в соответствии с федеральным законодательством, наш закон.